Друзья, всем здравствуйте! С вами школа машинного и ручного вязания Лорен Вохард, и меня зовут Лора. Сегодня наша традиционная рубрика «Лайфхак по средам». В прошлый раз я вам показывала, как красиво закончить край. Сегодня мы с вами начнем край, который не требует дополнительной обработки, на одной фантуре. Выглядеть он будет как трубчатый край. И если вы совместите два лайфхака, сегодняшний и прошлый, вы сможете не только красиво начать, но и точно так же закончить. Для этого края нам потребуется 4 петли. Их может быть, кстати, 3 или 5, в зависимости от того, какой величины трубку вы хотите получить по линии низа и по окончанию работы. Например, рассмотрим вариант 4 петель. Предположим, ваша расчетная плотность для вязания плотность 6. Прибавим к вашей расчетной плотности 2 полных значения, то есть не 6 и 2, а 8. Наберем петли методом обвива. Теперь нужно определиться с количеством петель, с которыми вы будете работать. Количество петель, которые вам нужно набрать, умножьте на 2. И провяжите в 2 раза больше рядов. Точнее, в 2 раза больше проходов каретки. Устанавливаем каретку на частичное вязание. Расчетная плотность у меня 6. Вязать я буду на плотности 8. При проходе каретки справа налево каретка будет провязывать. При проходе слева направо каретка не будет провязывать. Итак, провязываем 20 круговых или 40 проходов каретки. Я покажу на небольшом образце, этого вполне достаточно. Первую петлю из 4 переносим на первую петлю слева, третью на вторую. Если шнур мы начинали вязать где угодно, где нам понравилось, то теперь сдвигаем при помощи декера вязание для того, чтобы распределить уже его непосредственно для работы. И начинаем набирать петли из петель косичек. Здесь мы для первого ряда подтягиваем первую петлю для того, чтобы закрыть трубку. Выдвиньте иглы в переднее положение и продолжите вязать уже либо выбранным рисунком, либо гладью, как вы предполагали, на выбранной плотности. В результате наших действий мы получили вот такой край. Не забывайте поставить лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Обязательно напишите комментарий. Ну а если вы все еще не подписаны на наш Инстаграм и Ютуб, обязательно подписывайтесь. У нас много интересного.